Инчи маселе, биз сунуш кылаткан жогорку кеңештин депутаты Нышанов Нургазы Нурланович боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу чыкты, аны башка кызматка өткөндүгү жөнүндө буйрук чыкты. Андан сырткары өзүнүн жеке арызы келип түштү. Ошол жеке арыздын жана буйруктун негизинде жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча маселени сунуш кылам. Ошол эле мандатты тизмеде кийинки турган талапкерге өткөрүп берүү боюнча бир маселе. Андан кийинки биздин төртүнчү маселе, айрым жергиликтүү кеңештер, атап айтканда Лейлек жана Сокулук аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алышкан. Эми бул деле талкууну мындай жаратпаган маселе. Бул Лейлек жана Сокулук райондорунун аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештин депутаттарын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Ошону бекитип коюу боюнча маселени сунуш кылам. Рахмат. Рахмат Атырбековна. Биздин ушул эл аралык байкоочулардын өкүлдөрүнүн кайрылуусунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо боюнча жобого да биз кичинекей сунуштама киргизип атабыз. Кечээ күнү анын баарын сунушту мен силерге баарыңарга электрондук даректоруңарга жөнөтүп ийгем. Ошону дагы киргизип, кичинекей эле суроо, ошону киргизип бүгүн бекитип беришиңерди сурагам. Рахмат. Алмаз Жолкунч. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенттин кызмат ордуна талапкер Төрөбаевдин шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Канутаевдин шайлоо мыйзамдарынын бузулушу жөнүндө даттануусу келип түшкөн эле, арыз келип түшкөн эле. Ошону дагы киргизип койсок, эки жумушчу топ бирге эле караганбыз. Материалдар даяр экен, эгер мүмкүн болсо карап коелучу. Да, Гүлнар Кылышбековна. Я вот по поводу вопроса о выходе Нышанова. Я смотрю, он сегодня только написал заявление, и мы сразу же вносим на заседание комиссии, Центральной избирательной комиссии. Я предлагаю, давайте перенесем хотя бы на завтра, посмотрим, что к чему там и как. Потому что я вот посмотрела даже приказ, я думала, что прямо с 4 числа он наказан. Нет, там оказывается, в течение 2 недель он может это еще быть... с ним заключен должен быть контракт. То есть такого нет, что он прям с сегодняшнего дня принят на работу. Я думала, что он с сегодняшнего дня, и думаю, удивлялась, думаю, как это так? Он еще не лишен полномочий депутата Жогорку Кенеша, а уже как бы мы его... Поэтому давайте мы посмотрим еще документы, уточнимся. А то я первый раз такое вижу, что не успел принести жалобу, и мы сразу на заседание сегодня вносим. Жапар Гапурович, пожалуйста, поясните. Мен сунуш кылдым эле бул маселени. Бул өкмөттүн буйругунан сырткары талапкер өзү келип, лично келип, арызын берип кетти. Арызында ошол жогорку кеңештин депутаты жөнүндө мыйзамдын негизинде, ошол 73-чү статьянын негизинде полномочиямды мөөнөтүнөн мурда токтотуп коюңуздарды сураймын деп арызын жазып кетти. Материалы все разосланы были, да? Алмаз Жолкунч, разосланы. Тапкаты берилген. Пожалуйста, Алмаз Жолкунч. Урматтуу коллегалар, бул жерде эмне эмеси бар? Бир кооптоно турган, изилдей турган эмеси бар? Биз мурунку 6 жыл эле, 5 жыл эле ушундай кылбадык беле? Бүгүн берип, бүгүн алып, бүгүн берип, бүгүн алып эле. А эмнеге бул жолу мындай маселе? Арыз жазып атса берип коелу, эмнесин? Иштесин, жаңы депутат иштесин, бул өзүнүн кызмат ордуна барсын. Рахмат. Дагы сунуштар барбы күн тартиби боюнча? Гүлнар Кылышбековна. Мы обычно, когда лишали даже мандата, то мы потом еще какое-то время выжидали. Мы сразу же не наделяли мандатом другого. Конечно, когда лишаются сроки обжалования, да, разрешать это. А здесь распоряжение правительства, премьер-министра и личное заявление депутата. Хорошо. Рахмат. Да. Ту жалобу мы сейчас вносим, которую, да, правильно? Мы рабочей группой смотрели, да. Чок, берели арыз боюнча
Да. Нет, мы смотрели жалобу вот на хабарлар и ОТРК, да? Рассмотрели, да? Анда каршылык жок болсо, алты маселе кошумча киргизүү боюнча сунуштар келип түштү. Алты маселе боюнча. Мен өзүм сунушта айтылам ушул норматив укуктук жана эмгек актар боюнча өзгөрүүлөрдү. Биринчи ушул алты маселеден биринчи болуп карап көрөлү, андан кийин жанагы мандаттар боюнча чечимдерди жана арызды. Ушундай тартипте. Наша рабочая группа, я потом объясню, почему там можно по-другому этот. Рахмат, анда каршылык жок болсо ушул айтылган алты сунуш боюнча что? Хорошо. Хорошо, анда я предлагаю тогда вот на основании предложений коллег биринчи, то есть жетинчи маселе болуп. Эл аралык байкоочулардын ишмердүүлүгүнүн тартиби боюнча жобого өзгөрүүлөрдү киргизүү. Сегизинчи маселе болуп жанагы массалык маалымат каражаттарын аккредитациялоо боюнча жобого өзгөрүүлөрдү киргизүү. Андан кийин мөөнөтүнөн мурда жогорку кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча. Андан кийин мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча маселени. Андан кийин арызбы же андан кийин жумушчу топ сунуштаган арыз боюнча чечим долбоору. Андан кийин бош калган мандат жогорку кеңешинин депутатынын мандатын өткөрүп берүү жөнүндө. Ушундай тартипте сунушталган алты маселени күн тартибине киргизүү боюнча сунуш болуп атат. Каршылык жокпу же кандай пикирлер башка? Анда ушул айтылган сунуштар менен күн тартибинин долбоорун добушка коем. Добуш берип койсоңуздар, ким макул? Рахмат, бир добуштан кабыл алынды. Стенограмма үчүн Гульнара Маришовна Батырова. Күн тартибине киргизилген жана кошумча киргизилип аткан маселелер боюнча өзүнүн чечимин жазы түрүндө калтырып кетти. Анда күн тартибибиздин биринчи маселеси 2017-жылдын 22 сентябрында өткөрүлгөн Ысык-Кул облусунун Түп районунун Михайловка айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Исаков, уюштуруу бөлүмдүн эксперти. Зарегистрирован был один кандидат. На основании протокола по подготовке голосования и результатов выборов, поступивших от Тюркской территориальной избирательной комиссии, Центральная избирательная комиссия постановляет признать выборы главы Михайловской районной Тюркского района Искульской области состоявшимися, утвердить протоколы Тюркской ТИК, признать Юсупова Топтул Джумашевну избранным главой Михайловской районной Тюркского района Искульской области. Стаж образования соответствует, справка о нетерпимости имеется. Рахмат, кимде сунуштар бар, суроолор бар? Это с первого раза, да, нет? Да. Рахмат, анда. Женщина, приятно. Приятно, да. Редкий случай. Просто у меня нет постановления. Анда токтомдун долбоорун добушка коем, добуш берип койсоңуздар ким макул?
Рахмат Бердоштан Калланды, Абжапар Гапурович Сагамакулдуган айтып кетти. Кийинки маселе 17-й жылдын 15-й октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодогу эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө. Баяндамачы Кутуева Людмила эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн эксперти. Рахмат, кимде суроолор могут? Это вот те, которые мы тоже, да? Да, уже дополнены, да. Рахмат, анда суроолор жок болсо, токтом долбоорунда ушкалам, добуш берип койсоңуздар, коллегалар. Ким макул? Ким макул? Адилет Сатыгулович. Елена Жусуповна за? Да, дополнены, с учетом новых заявок. Это что-то не загружается. Рахмат, анда бирдоштан кабыл алынды. Кийинки маселе. Кыргызстан шайлоочуларынын ассоциациясы коомдук уюмунун президенти Керимбековдун арызы жөнүндө. Баяндамачы Адилет Шаршыналы уулу. Саламатсыздарбы, урматтуу отурмандар, урматтуу борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. На ваше рассмотрение вносится проект решения о заявлении президента общественного объединения Ассоциации избирателей Кыргызстана Керимбекова. Центральную комиссию по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике поступило заявление от общественного объединения Ассоциации избирателей Кыргызстана. В поданном заявлении президент Ассоциации избирателей Кыргызстана Керимбеков указывает, что 29 сентября 2017 года из интернет-сайта информационного агентства «Кипресс.орг» ему стало известно о том, что депутат Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Урмыкулов открыто проводит агитацию на массовом мероприятии в поддержку одного из кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. По мнению заявителя, имеет место нарушение части 15 статьи 22 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутата Кыргызской Республики Конституционного закона. В связи с указанным обстоятельством заявитель просит привлечь к административной ответственности депутата Кыргызской Республики Урмыкулова принять меры ответственности в отношении кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жээнбекова за нарушение правил проведения предвыборной агитации. Рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей иных судебных избирательных процессов при проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики и рабочая группа по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации при проведении выборов президента Кыргызской Республики 3 октября 2017 года на совместном заседании рассмотрели поданные заявления по существу. Совместным решением двух рабочих групп удовлетворение заявления президента по ассоциации избирателей Кыргызстана Керимбекова отказано. В соответствии с частью 15 статьи 22 Конституционного закона Кыргызской Республики, работники государственных органов и органов местного самоуправления, члены избирательной комиссии, наблюдатели, международные наблюдатели, судьи, представители религиозных организаций, члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане организации,
лица без гражданства не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. Таким образом, конституционным законом установлен запрет на проведение агитации работников государственных органов и органов местного самоуправления. Действующим трудовым законодательством Крымской Республики предусмотрено, что работником является лицо, которое должно на основании договора или на основании добровольного присоединения к производственной организации своим личным трудом выполнять зависимую от указаний работу. По мнению заявителя, депутат Белокнежской Крымской Республики является работником Белокнежской Крымской Республики и не может заниматься агитационной деятельностью. Однако данный вывод не соответствует нормам действующего законодательства Крымской Республики. Так, в отношении Белокнежской Крымской Республики понятие «кто является работником Белокнежской Крымской Республики» раскрыто в ряде положений инструкции, в том числе положение о служебных командировках депутатов и работников Белокнежской Крымской Республики. В соответствии с пунктом 1.1 указанного положения, работники Белокнежа – работники, обеспечивающие деятельность руководства депутатов Белокнежа, советники, помощники, пресс-секретарь Бюро Белокнежа, советник заместителя Бюро Белокнежа, лидеров депутатских фракций, помощники и консультанты депутатов, а также работники аппарата управления делами и гаража управления делами Белокнежа. В соответствии со статьей 1 закона Крымской Республики о статусе депутатов Белокнежа Крымской Республики, депутатом Белокнежа является гражданин Крымской Республики не моложе 21 года, избранный по партийным спискам, соответствующим законодательством Крымской Республики и уполномоченный осуществлять Белокнежа законодательные и иные полномочия, установленные Конституцией, настоящим законом, регламентом Белокнежа и иными нормативно-правовыми актами Крымской Республики. Таким образом, депутат Белокнежа Крымской Республики является избранным лицом и по своему статусу не относится к работникам Белокнежа Крымской Республики. На основании вышеизложенного рабочими группами предлагается удовлетворение заявления президента Общественного объединения Ассоциации избирателей Казахстана Кирибекова о привлечении к административной ответственности депутата Белокнежа Крымской Республики Ермекулова и принятии мер ответственности в отношении кандидата на должность президента Крымской Республики Кирибекова Казани. Рахмат. Кимде суроолор бар баяндамачыга? Гүлнар Карышбековна. Я вот сразу скажу, что в принципе как бы получается, что по нормам законодательства нет запрета на участие в агитации депутатов Жогорку Кеңеши, правильно? Правильно. Но вместе с тем я сейчас не призываю там не голосовать за проект постановления. Я просто хочу коллегам сказать, может быть, нам имеет смысл обратиться к депутатам Жогорку Кеңеши, чтобы они все-таки приняли соответствующее постановление, потому что, ну, наверное, вам всем приходят и нам жалобы, да, почему из нашего бюджета финансируются депутаты Жогорку Кеңеши, да, а они выполняют там партийную работу, то есть продвигая, ну, тех или иных кандидатов, получается, или еще что-то. То есть, если это производилась агитация, ну, понятное дело, что, конечно, каждый там в соответствии со своими предпочтениями представители там как той или иной партии в Жогорку Кеңеши, они будут проводить эту агитационную работу. Ну, я просто еще хотела, как бы, ну, то есть это одно мое предложение, чтобы все-таки мы в Жогорку Кеңеши обратились с таким предложением, чтобы установлен был запрет, и просто они свою законотворческую функцию выполняли в период агитации. Я понимаю, что мы применяем ту аналогию, которая есть на выборах депутатов местных кеңешей, правильно? Там вообще впрямую указано, что они имеют право, да? По-моему, так. Да, поэтому получается, что здесь это как бы раз уж на местных кеңешах, то и на выборах президента и Жогорку Кеңеши тут как бы так получается. Но одновременно с этой ситуацией немножко в неравных условиях получаются другие кандидаты, которые не представленными партиями в Жогорку Кеңеши. И соответственно, тогда получается, что у них возможностей, ну, меньше.
это вот один момент. И второй момент, я хотела еще уточниться вот у Адилета Сатыгуловича. Он говорил о том, что всегда должно финансироваться из избирательного фонда. Вот здесь как должна быть ситуация? Вообще нужно ли проверять? Допустим, мы видим не только данного депутата, мы видим и других депутатов, которые участвуют в агитации, других кандидатов, да? И вот должны ли они пока... Вот здесь будут запросы, потому что я вот в социальных сетях тоже вопросы эти задавались конкретным, ну, депутатам, которые агитировали в пользу того или иного кандидата. Нас спрашивали, а вы за чей счет поехали? А что вы там делаете? Вот здесь есть к ним требования, чтобы их поездки финансировались из избирательного фонда? Просто я хочу, чтобы публично было одинаковое, как бы вот мы знали, да? А сама поездка, вот сама поездка, если это в регион. В данном случае я так полагаю, что человек мог как бы и за свой счет поехать, в плане того, что... А это же запрещено. Нет, имеется в виду, он, да, если он не в качестве агитатора, как бы поехал, и так при этом выступил в поддержку какого-то из кандидатов. Вот другие кандидаты, они нам, конечно, претензии будут предъявлять. Ничего себе, из Джугуруки, Неша, они финансируются, едут в командировку. Они в основном... Я не говорю конкретно про... Я думаю, что они за счет ЖК сейчас в командировке разъехались. Они, у них сейчас встречи с избирателями идут. Их же на 2 недели вот так отпустили. Да, все. Вот в том-то и дело. Я не говорю, что это касается конкретного Муркулова. Ни в коем случае. Я просто имею в виду, что сам порядок. И на будущее люди-то все равно возмущаются. И нам претензии предъявлять. Чего вы не этот? Поэтому... Вот, я предлагаю, давайте мы все-таки будем инициировать такие поправки, да, может быть, юридическому нашему отделу поручим, вот. Ну вот, рабочая группа, пожалуйста, внесите эти ограничения. Спасибо. Да, Тарбулат Пековна, пожалуйста. У нас просто в законе о выборах депутатов местных кенеши есть конкретная четкая оговорка. Помните, что в агитацию не имеет права участвовать вот эти категории лиц, кроме депутатов местных кенеши и депутатов Джорух кенеши. Но учитывая, что законодательство в принципе было синхронизировано, почему-то эта норма выпала с конституционного закона. Поэтому мы это взяли на заметку и в рамках нашей группы, вот какие проблемы возникают в законодательстве, мы это все отмечаем и потом уже по окончании выборов внесем свои предложения. Спасибо. Еще есть мнение? Я тоже хотела бы поддержать это мнение Гульнары Курашбековны. Одно дело иметь право на проведение агитации депутатам Жогорку Кенеши, в том числе кандидатам, выдвинутым от той или иной партии, фракции, которая имеется в парламенте. Другое дело использование. Мне кажется, здесь два момента очень важны. Во-первых, не нарушает ли это трудовой кодекс, который никто не отменял? То есть, если идут заседания, в которых участие депутата необходимо, то, соответственно, трудовой кодекс должен исполняться. То есть депутаты не должны это делать в ущерб оплачиваемой трудовой деятельности. Да? И второй момент – использование ресурсов, связанных с парламентской деятельностью. Мне кажется, по этим двум вопросам обязательно надо вот эти уточнения, поправки в закон внести, что участие в агитации не должно быть за счет Жогорку Кенеши, и участие в агитации не должно нарушать трудовой кодекс. Если идет пленарное заседание, мы видим там кворум и так далее должен соблюдаться. Это не должно мешать основной деятельности законодательного органа. Это мое мнение. Пожалуйста, еще какие... Да, вот сейчас действительно парламент принял решение о том, чтобы на две недели сосредоточиться на работе с избирателями в регионах. Алмаз Рахунович, пожалуйста.
Все-таки эти дни мы связывались с, на кого было заявление, жалоба. Да, действительно, он, оказывается, был сессионный день. В связи с тем, что сессионный день, он на два дня, по-моему, 28 или 29, что ли? Юргу, Сахталбаван, без сохранения заработной платы, он в отпуск вышел на два дня и работал. Не использовал, как вы говорите, свои там служебное положение. Деньги. Да. Поэтому... А, ну тогда это надо было отразить в преамбуле, да, вашего решения, чтобы это было понятно, ситуация конкретно в отношении лидера фракции. Чапар Гапурович, пожалуйста. По остальным моментам, закон о регламенте Жогорку Кеңеши, там есть нормы, которые периодически депутаты должны встречаться с избирателями. Ну, там не оговорено, что в период подготовки там, ну, периодически они обязаны встречаться с избирателями. Поэтому они используют. Рахмат, анда жумуш чутоптун чечиминин долбоору сиздерде бар. Жумушчу топтунду чечиминин жумушчу топ БШКнын чечимин долбоорун киргизди. Арызды канааттандырууда баш тартылсын деген. Прошу проголосовать по проекту решения. Кто за? Принято единогласно, да. Вот справку надо, соответственно, дополнить, да? Рахмат, Генки Маселе. Повестка теряется периодически. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция коомдук уюмунун арызы жөнүндө Бишкек номер 26 мектеп гимназиясынын директорунун үгүт иштери боюнча баяндамачы Шаршыналы уулу Адилет. Жалоба от общественной объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество». По доводам заявителя 25 сентября 2017 года в школе гимназии номер 26 города Чикаго со стороны директора Селезневой на родительском собрании была проведена агитация в поддержку кандидата на должность президента Крымской Республики Джембекова. Заявитель считает, что данные действия противоречат части 15 статьи 27 Конституционного закона Рабочая группа по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации и проведения выборов президента Крымской Республики и рабочая группа по рассмотрению проведения жалоб избирателей и иных субъектов избирательного процесса и проведения выборов для референдума Крымской Республики дали рабочей группе. 16 сентября 2017 года общешкольное родительское собрание. В ходе собрания она представила родителям отчет о расходовании внебюджетных средств, поблагодарила за помощь председателей политического совета родительского комитета. В конце собрания Селезнева призвала родителей проявить гражданскую позицию, принять участие на предстоящих выборах президента Крымской Республики. Вместе с тем сообщила... Сообщив о ближайшем адресе стационарного пункта сбора биометрических данных. Селезнева утверждает, что не проводила агитации ни за кого кандидата, что подтверждается письменными заявлениями присутствующих на собрании. Заместитель директора Саманчинова Кумбина Кадралиева Мухаммедова Куратора класса Князалиева, Папанина,
оставили письменное заявление о том, что в ходе проведения общешкольного собрания 22 сентября директор школы не проводила агитацию, а только призвала проявить гражданскую позицию. Также на заседании рабочих групп были представлены листы регистрации Заявления, жалобы должны быть мотивированными и представлены вместе с доказательствами, на которых они основываются. В свою очередь, заявители не представили обоснование к заявленным требованиям. В части 15 статьи 22 Конституционного закона установлено, что работники государственных органов и органов местного самоуправления, члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, судьи, представители религиозных организаций, члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане организации, лица без гражданства, не имеют права проводить агитацию, допускать и распространять любые агитационные материалы. Следует отметить, что директор школы не является государственным или муниципальным служащим, не значится в реестре государственных и муниципальных должностей, утвержденный указом президента республики от 31 января 2017 года УП номер 17. На основании вышеизложенного рабочие группы предлагают проект решения в удовлетворении жалобы общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданского общества» отказать. Рахмат. Кімде сұраулар бар? Байдына мачыға. Гүлнар Қарашбековна. Я просто хотела спросить, означает ли это, что директора школ могут это, агитировать на собраниях вот таких общешкольных? Законом нету запрета. То есть, в принципе, они могут, да? Да, они могут. А? Но нежелательно, да, вот тут могут, но нежелательно, то есть впредь вполне открыто они могут тогда вот агитировать. Может быть, тогда нам следует Назарали Турдалевич, может, нам тогда следует, я сейчас конкретно не этот случай имею в виду, потому что здесь говорится, что там агитация не проводилась. А на будущее, если проводится такого рода агитация, тогда уж директора должны, может быть, не сами это делать, а приглашать агитаторов и от разных кандидатов, чтобы не было такого, что муниципальное здание, в здании проводятся вот агитационные мероприятия. Я сейчас не это имею в виду, понятно, да? То есть если... Тогда пожалуйста, потому что здесь у него нету этого ресурса. На улице это уже его, а здесь используется муниципальное. Только поэтому есть. Здесь не было агитации. Хорошо, нет, я же уже предупредила, что это не имеется в виду данный конкретный случай. И второй вопрос у меня уже к представителям коалиции, если есть они. Есть, да, представители? Пожалуйста. Вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Я вот просто хотела спросить, вот вы предоставили запись, да? В этой записи вообще не указано, что директор за кого-то агитирует, правильно? Не указано, но там я в тот день в рабочей группе выявил. Он сказал, что даже рабочая группа не прослушала этот список, когда он попросил. Кто он? Абдрай Мартай. А что вы не прослушали этот? Не прослушали запись? Нет, нет, он имеет в виду, что якобы у них был другой диск, но в ЦИК они представили другой диск, нет, так? Нет, нет, именно тот диск даже, этот там на рабочем пути не было. Нет, Мастер Акунович, поясните, пожалуйста, ситуацию. Это непонятно. Материалдарды алып келген алдында, ошол жерден отуруп алып туруп, 2 саат силердин материалдарды карабас үчүн, биз алдын ала бүт материалдардын баарын окуп, угуп көрүп атабыз. Көрдүк ал жердин баарын.
Следом катушин армянин караган жокпыз. Мы посчитали, что нет необходимости. Рабочая группа мүчөлөрү толук макул болду. Докладчик говорит, что он согласен, он такого не говорил, что сказал. Речь идет о том, что вот, допустим, прослушав вот эту запись, аудиозапись, там на этой аудиозаписи нет такого, что директор школы агитирует за кого-либо из кандидатов. Речь идет об этом. Да? Правильно? Или нет? Вы сами слышали эту аудиозапись? Да, я послушал. И там есть призыв голосовать за конкретного кандидата? Я не говорю, просто неважно, за какого-либо из кандидатов есть призыв голосовать? Нет. Да, пожалуйста, вопрос от РБЛТЭК. Призыв тогда голосовать за кого было, если не за кандидата? Вот точную формулировку вот такую говорите. Я не помню точную формулировку. Ну тогда у меня предложение, мы можем посмотреть видео сейчас здесь, чтобы уже вопрос снять. Аудиозапись, послушать. Не, ну для объективности. Да, пожалуйста, Бахтияр Сабиржанович. Пожалуйста, садитесь, да, к вам вопросы. Да, я тоже предлагаю просмотреть, да, чтобы мы не заострялись и не выясняли того, чего нету. И уже не наводили тень на плетение, и уже перешли к другим вопросам. Хорошо. Так, есть проект, предложенный рабочей группой в удовлетворении жалоб двумя рабочими группами по контролю за соблюдением правил агитации и по рассмотрению жалоб и заявлений. Предлагается принять решение об отказе в удовлетворении жалобы общественного объединения «Коалиция за демократию гражданского общества» 28 сентября. Ставлю на голосование. Прошу проголосовать, кто за. Кто против? Один против, 10 за. Спасибо. Решение принято. Генки маселе. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция коомдук бирикмесинин арызы жөнүндө. Кыргыз темир жолдору жолдорунун башкы директорунун үгүт иштери боюнча баяндамачы Шаршыналы уулу Адилет. Обязательное для исполнения решения и обеспечивать интеграцию.
На лиц технического и обслуживающего персонала, работающих в государственном органе и органах местного самоуправления. Таким образом, законом Крымской Республики о государственной гражданской службе и муниципальной службе содержит прямые ограничения на участие в агитации указанных категорий лиц. Под работниками государственных и муниципальных органов следует понимать государственных или муниципальных служащих. Все иные лица, не подпадающие под указанный перечень, соответственно, могут принимать участие в агитации. Согласно Гражданскому кодексу Крымской Республики, государственным предприятием признается юридическое лицо, имущество и деньги которого является собственностью государства и закреплены за этим предприятием для осуществления предпринимательской деятельности. Фирменное наименование предприятия, основанного на оперативном управлении, должно содержать указание на то, что оно является государственным предприятием Крымской Республики. В соответствии с частью 443 Конституционного закона с заявлениями, жалобами на решение или действия бездействия государственных и иных органов тех должностных иных участников избирательного процесса, могут обратиться избиратели, кандидаты, политические партии, некоммерческие организации, их представители и наблюдатели. Заявления, жалобы должны быть мотивированными и представлены вместе с доказательствами, на которых они основаны. Вместе с тем, согласно пункту 1.9 положения о порядке рассмотрения избирательной комиссии заявлений жалоб избирателей и иных субъектов избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в Крымской Республике, заявления, жалобы о нарушениях избирательных прав подаются субъектами участниками избирательного процесса, соответствующую избирательную комиссию незамедлительно с момента, когда им стало известно о нарушении их избирательных прав. Принятие решения о совершении действий без действия, но не позднее двух календарных дней. Также частью 7 статьи 44 Конституционного закона установлено, заявления, жалобы подаются незамедлительно с момента, когда субъекту избирательного процесса стало известно о нарушении его избирательных прав. Принятие решения о совершении действий без действий, но не позднее двух календарных дней. На основании вышеизложенного предлагаю проект решения за удовлетворение жалобы общественного объединения «Кажется за демократию и гражданство общества». Рахмат, кемде суроолор бар, Гүлнар Карышбековна. Вообще у нас есть два требования в законе. Одно требование – это что-то все-таки финансирование средств избирательного фонда. То есть есть вопрос такой, где они собирались, где проводилась эта агитация и оплачена ли аренда тогда этого помещения? Ну, тогда, если это его личная инициатива, причем это не согласовано с кандидатом, а агитация без согласования с кандидатом у нас запрещена, тогда его нужно привлечь тоже к ответственности. Он не имел права это делать без согласования с кандидатом. И второе, он должен был в обязательном порядке использовать это помещение, только оплатив аренду. Конечно, нарушил. Рахмат. Это Елена Джусуповна, пожалуйста. Ну, я хотела бы в качестве информации тоже донести до всех членов Центральной избирательной комиссии, поскольку раньше я работала на железной дороге, и ко мне обратились сотрудники с такой жалобой. Однако же писать заявление они отказались, потому что боятся. А боятся увольнения. И дело в том, что под страхом увольнения их требуют именно голосовать за определенного одного кандидата. Мало того, что самим обязуют еще привести непосредственно своих родственников и знакомых. И заставляли заполнять форму номер 2 по следующим адресам. Это железнодорожное училище, потом клуб, который принадлежит железной дороге, и локомотивное депо. Всем работникам железной дороги
дороги обязали, чтобы они проголосовали по форме номер 2 в трех этих избирательных участках. Поэтому, поскольку от них они боятся написать заявление, поэтому я их, вот эту жалобу, передаю в устном порядке. И если это неправда, мы просто можем проверить вот эти три избирательных пункта. Еще раз повторюсь, это Локомотивное депо, Железнодорожное училище и ДК железнодорожников, которым непосредственно Габаев обязывал всех, в случае, если они не пройдут эту регистрацию, он грозил увольнением. Да. Спасибо. Есть еще вопросы? Пахтияр Сабиржанович, пожалуйста. У меня вопрос коалиции «За демократию» и «Гражданское общество». Скажите, пожалуйста, вот сколько у вас есть градация, информация о том, какое количество коалиция «За демократию» подала жалоб на того или иного кандидата? Они не на кандидата подают, они же на этого. Ну, я понимаю, просто складывается такое ощущение предвзятое, что мы только смотрим коалицию за соучастие и нарушение прав одного из кандидатов. А вот в мою вот бытность, я вот уже сижу в это заседание, я ни одной жалобы, которую коалиция подала на рассмотрение нарушения каких-то норм других кандидатов не было. Это потому что предвзятое отношение или же позиция ваша такая? Нет, потому что они не нарушают? Ну, я задаю вопросы еще. Я еще не дал вам отвечать. Все, я закончил, пожалуйста. Потому что на других кандидатов уже соответствующие органы сразу же реагируют. А на того кандидата, который мы реагируем, никаких реакций нет. Ни со стороны ЦИК, ни со стороны кто должен этим заниматься. Все, спасибо. Гульнара Прошпековна, пожалуйста, вопрос. Садитесь, пожалуйста. Я хотела уточниться, вот это железнодорожное училище, железнодорожный клуб и локомотивное депо. Это дополнительные участки или что? Или постоянные? Лена Чеспанова, к вам вопрос. Поскольку они достаточно, люди простые, работники, я вот тоже даже не интересовался, если честно, дополнительные ли это. Но это вообще, наверное, скорее всего, дополнительные, поскольку требования руководства, да, по форме 2 было непосредственно вот в этих трех участках. И грозятся увольнением. И это прям конкретно на всех заседаниях было сказано всему коллективу. В случае, если проголосуют за другого кандидата, то их будет ждать увольнение. Спасибо. Соркотдела есть кто-то? Кто может сказать, есть ли такие избирательные участки у нас вообще в городе? Нет, да, представитель орготдела? Попросите, пожалуйста, кого-то прийти и дать информацию. У кого еще есть вопросы? Гульнара Прошпековна, пожалуйста. Ну, вообще, вот эта ситуация с формами номер 2, она, хотя к этой жалобе сейчас это не относится. Хорошо, тогда в разном рассмотрим. Ну, хорошо. Ой, Атарбалтбековна, пожалуйста. Вот по списку нашему на Льва Толстого находится участковая избирательная комиссия «Локомотивное депо». Улица Льва Толстого, 105. А номер участка? Это основной участок? УИК 1012. Нет, это постоянный участок. Да, к сожалению, вот на основных участках по форме 2 не включаются граждане в список избирателей. Поэтому, наверное, будет корректнее, если члены ЦИК перед тем, как делать такие заявления, будут проверять информацию. Мне то, что обратились, я то и передала. Я ничего не... Да, я думаю, что это некорректно, если каждый будет говорить то, что слышал. Мне кажется, мы должны здесь, предъявляя такие серьезные, в общем-то, требования, быть предельно корректными и обоснованными. Атарбаутбековна.
Мне кажется, нельзя пресекать то, что так обращаются к членам ЦИК. Тем более, помните, мы открыли WhatsApp-линию по нарушениям избирательного законодательства, которые могут скидывать. На самом деле, такие жалобы поступают. Тут сегодня тоже одна жалоба пришла по Нижней Аларче. И если есть сигналы со стороны избирателей, которые проявляются в страхе, избиратели могут и не до конца понимать. Мы видели, как и преподаватель юракадемии, к сожалению, не понимают избирательное законодательство и объясняют совсем иные вещи, называя иными именами. Поэтому здесь тоже Елене Суповне могли иные вещи иными именами назвать, но в любом случае этот вопрос, который требует тщательного как бы, такого изучения и внимания со стороны нас. Никто не пресекает обращение граждан к нам, поэтому мы готовы к приему заявлений граждан. Я просто говорю о том, что для членов ЦИК, наверное, все-таки перед тем, как подавать такую информацию, необходимо удостовериться в ее достоверности. Спасибо. У кого есть еще предложения, замечания, вопросы? Да. Чумушчу топ сунуштаван. Чечим ден доборун доушхалом кимаку. Я считаю, это преждевременно. Мы же, извините, вопрос аренды. Этот человек должен привлечен быть к ответственности, если он не оплатил аренду. Он использовал для агитации помещение. Как это вообще можно безнаказанно оставлять? Я, например, считаю, что мы должны до конца разобраться с этим человеком. Иначе так и будет, что эти, как его, помещения государственных предприятий будет использоваться для агитации. Такого не должно быть. Признается, что он агитировал. Алмаз Шахунович, пожалуйста. Уважаемая Гульнара Курашбековна, две рабочие группы рассмотрели, юристы. За исключением одного члена рабочей группы от Рабултыковны все проголосовали за. Поэтому просим. Я просто впредь прошу, чтобы все-таки рассматривали вопросы, потому что вот Адилет Сатыгулович всегда эти вопросы поднимает, что из избирательного фонда оплачено, не из избирательного фонда. И если это не оплачено из избирательного фонда, это несет ответственность этот человек или нет? Сам хотя бы этот Нагайбаев. Он же использовал как его, помещение хотя бы за аренду он должен был. Я, так, ладно, не возражаю. Вот здесь один аспект уже говорили, вы вроде бы согласились. Это в случае, если с согласия кандидата проводится агитация в его пользу. Вы же согласились с этим, что... Поэтому он без как он согласия, значит, избирательного фонда? Нет, в таком случае его нужно если к ответственности привлечь. Если он по собственной инициативе проводит. Раз он по собственной инициативе, не согласовав это с кандидатом, значит, ему нужно хотя бы административное. Зачем он нарушает правила ведения предвыборной агитации? Он никто не должен нарушать правила. В принципе, я не против. Нет, может... Рашид Бердибаевич просит слово, представитель кандидата, да? Возможно, пояснение будет. А про кандидата не идет. У меня к кандидату претензий нет, я сразу предупреждаю. У меня претензии к этому Нагайбаеву. Как можно не иметь претензий к кандидату, если речь идет об избирательном фонде? Не надо тут лукавить. Еще следующее. Я хочу сказать, что это было не агитационное мероприятие, и поэтому говорить слово о арендах или о оплате из избирательного фонда речи. Следующее. Этот директор или кто там, он вообще не является каким-либо работником штаба фонда, так, или аккредитованным здесь представителем кандидата. И поэтому намекать на какие-либо стороны не надо. Третье, последнее. То, что говорит Елена я считаю, что это крайне, так сказать, она себя просто поставила в жирное положение. И кому не идут, они только идут. И поэтому предлагает устного заявления сделать большое разбирательство, понимая, что какие-либо законы реализуются, что они не имеют. Такого механизма в вашем заявлении не имеется. Это первое. Второе. Хотя бы надо было дополнительные участки или основные участки. То есть говорить о каких-либо формах номер два для не дополнительных участков, наверное, вообще не имеет смысла. Спасибо. Рахмат.
Амчапар Гапарович, пожалуйста. Азыр сиздердин тапшырма боюнча такташ керек деп кошумча участокта керек экен кирбеткенде азыркы 3 аталган 3 участка кыскараак айтып коёюн. Бул жерде кошумча участоктордун арасында жок, алар стационарный өзүздүн мурдагыдан бери иштеп жүргөн шайлоо участкалары, аталган шайлоо участкалары. Алар форма 2 менен заявление албайт биздин положениянын негизинде. Рахмат. Рахмат. Анда башка суроо сунуштар жок болсо, жумушчу. Мое предложение такое, что все-таки это тогда я уточнюсь, Алмаш Турдакунч, он проводил агитацию или нет все-таки? Это было собрание. Не важно. Да. То есть собрание, и на собрании он проводил агитацию. Да, без согласования с кандидатом. Вот. То есть, получается, он без согласования, вот вы сами говорите, что он все-таки проводил агитацию, и он нарушил требования закона, поэтому, а тут есть требование, что он должен проводить агитацию только по согласованию с кандидатом. Если агитация тоже, да, согласование? Нет, агитация нет, потому что вы понимаете, что... А вот это сделано... Это агитация. Да, агитация. Ну, тогда получается, если это агитация, вы говорите агитация. Если... Формируется вопрос, да. Что в отношении этого, как его, должны его привлечь, поручить Бишкекской территориальной избирательной комиссии привлечь за то, что он вел нарушение правил ведения предвыборной агитации, за то, что он все-таки, как вы говорите, он агитировал, но он собрал в помещении, которое он не арендовывал. Правильно же? Да, я понимаю, что это государственного предприятия помещение. Поэтому я думаю, что такие вещи не должны происходить, и мы должны как-то реагировать. И я предлагаю поэтому к административной ответственности привлечь. Я поддержу, потому что предложение Гульнар Кошбековны, потому что на заседании рабочей группы тоже я была против этого решения. Тут еще один основной довод, который докладчик наш юрист тоже обозначил, что государственное предприятие, согласно Гражданскому кодексу, это организация, юридическое лицо, которое финансируется за счет бюджета. И тут получается, как бы государственные средства были использованы только одним человеком в угоду только одной агитации. Рахмат Бахтияр Сабиржанович, да, вы поднимали руку? Или вы воздержитесь? Хорошо. Анда. Анда эки жумушчу топ чечимдин долбоорун сунуштады. Ошол чечимдин долбоорун добушка коем. Ким макул? Добуш берсеңиздер. 1, 2, 3, 4. Ким каршы? 3 каршы, 7 макул, чечим кабыл алынды. Рахмат. Кийинки маселе. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына талапкер Бабановдун ыйгарым укуктуу өкүлү Рыскулбековдун арызы жөнүндө баяндамачы Шаршыналуула Адилет. Специальная комиссия по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике 16 сентября поступило заявление от уполномоченного представителя кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова Республикова о нарушении избирательных прав кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова. Заявление заявитель указывает, что 16 сентября 2017 года член правительства Кыргызской Республики, вице-премьер-министр Темир Жумакадыров заявил журналистам, у Эмирбека Бабанова, когда он был премьер-министром, были все возможности реализовать проект «Безопасный город». Он его инициировал, но не закончил. Заявитель считает, что распространенная Жумакадыровым интерпретация событий, связанных с реализацией проекта «Безопасный город», порочат честь и достоинство и деловую репутацию кандидата, поскольку не соответствует действительности, являются заведомо ложными и могут повлиять на его деловую репутацию и отношение к нему избирателей. Также заявитель считает, что вышеуказанное выступление вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жумакадырова с упреком Бабанова в том, что он не реализовал проект «Безопасный город», фактически является проведением им предвыборной агитации против кандидата Бабанова.
таким образом заявить и считать, что Джума Кадыровым нарушены требования части 15 статьи 22 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Чорт-Меша Кыргызской Республики. Игнорировано решение Совета Безопасности Кыргызской Республики от 11 сентября 2017 года и просит Центральную избирательную комиссию рассмотреть вопрос о нарушении избирательных прав кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова Кумирбека Токтоуловича, также решение Совета Безопасности Кыргызской Республики от 11 сентября 2017 года вице-премьер-министром Кыргызской Республики Джума Кадыровым. Обязать вице-премьер-министр Кыргызской Республики Джума Кадырова дать опровержение своему выступлению в части, относящейся в адрес кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова. В реализации пункта 2 решения Совета Безопасности Кыргызской Республики от 11 сентября 2017 года принять обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики в адрес правительства Кыргызской Республики о недопустимости нарушения избирательных прав граждан и кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. Рабочая группа по рассмотрению заявлений, жалоб избирателей и субъектов избирательного процесса и рабочая группа по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации при проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики на совместном заседании рассмотрели вышеуказанные заявления. В обосновании своих доводов заявитель указал, что действительно Бабанов, занимая должность премьер-министра Кыргызской Республики, инициировал проект «Безопасный город». Однако Джума Кадыров вводит граждан в заблуждение и сказал, что Бабанов не смог реализовать этот проект по независящим от него обстоятельствам, поскольку из-за политических интриг он вынужден был уйти с должности, которую он занимал с декабря 2011 года по август 2012 года. С тех пор прошло 5 лет, однако за этот период ни одно правительство так и не смогли даже приступить к реализации указанного проекта, не говоря уже о его завершении. Центральная избирательная комиссия, рассмотрев заявление, публикацию интернет-сайта информационного агентства 24KG от 15 сентября 2017 года и выслушав заявителя, отвечает следующее. Согласно абзацу 12 статьи 1 Конституционного закона, избирательные права граждан – это право граждан Кыргызской Республики избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе участвовать в выдвижении кандидатов, предвыборной агитации, наблюдение за проведением выборов, работы избирательной комиссии, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также других избирательных действий. В своем заявлении и на заседании рабочих групп заявителям не было указано, какое избирательное право кандидата было нарушено Джума Кадыровым. В соответствии со статьей 2 Конституционного закона, выборы в Кыргызской Республике проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы в Кыргызской Республике основываются на свободном и добровольном осуществлении гражданами Кыргызской Республики своих избирательных прав. Никто не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принуждения к участию или неучастию в выборах, а также на свободное волеизъявление. Согласно пункту 2 статьи 8 Конституции Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государства, участников СНГ от 7 октября 2002 года, ратифицированный законом Кыргызской Республики от 1 августа 2003 года номер 185, участие гражданина в выборах является свободным и добровольным. Никто не может принудить его голосовать за или против какого-либо определенного кандидата определенного списка кандидатов. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его свободное волеизъявление. Ни один избиратель не может быть принужден кем бы то ни было объявить, как он намерен голосовать или как он голосовал за кандидата, кандидата в списке кандидатов. Таким образом, понятие свободное волеизъявление включает в себя такие составляющие, как тайное голосование, то есть отсутствие контроля за волеизъявлением избирателей и отсутствие принуждения в процессе волеизъявления. Принимая во внимание вышеизложенное, Центральная избирательная комиссия не может считать заявление Джума Кадырова формой воздействия на свободное волеизъявление избирателей. Соответственно, указанное заявление не может являться нарушением решения Совета Безопасности Кыргызской Республики от 11 сентября 2017 года. В соответствии с абзацем 22 статьи 1 Конституционного закона,
предвыборной агитацией признается деятельность граждан Крымской Республики, кандидатов, уполномоченных представителей, доверенных лиц кандидатов политических партий по подготовке и распространению информации в период избирательной кампании, имеющая целью побудить избирателей избирателей голосованию за тех или иных кандидатов. Согласно части 10 статьи 22 Конституционного закона, предвыборная агитация признаются призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списка кандидатов либо против них, выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов политических партий, описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов списка кандидатов, распространение информации о деятельности кандидатов, не связанных с их профессиональной деятельностью или использованием ими своих служебных должностных обязанностей. Сделанное на пресс-конференции заявление Джума Кадырова, которое явилось основанием для подачи заявления, является деятельностью по подготовке и распространению информации в период избирательной кампании и не содержит ни одного признака предвыборной агитации, указанного в части 10 статьи 22 Конституционного закона. Кроме того, в своем заявлении Джума Кадыров отмечает, что попытки были позже, но никто не смог реализовать проект. Относительно требования заявления обязать вице-премьер-министра правительства Кыргызской Республики Джума Кадырова дать опровержение своему выступлению в части, относящейся в адрес кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, Центральная комиссия отмечает следующее. Согласно части 5 статьи 28 Конституционного закона, обязанность по требованию кандидата опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью или выступление, не соответствующие действительности или касающие или искажающие ее возложено на средства массовой информации, допустившие такую публикацию. На основании вышеизложенного руководства статьей 43 Конституционного закона о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов трех меньших Кыргызской Республики, статьями 7.18 закона Кыргызской Республики об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики, рабочие группы предлагают удовлетворение заявления уполномоченного представителя кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова и Скупекова о нарушении избирательных прав кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова отказать. Рахмат. Кимде суроолор бар? Баяндамачыга. Суроолор жок болсо, Гүлнар Кырышбековна суроо. Да, пожалуйста, предложение. Вопросов нет? Да. Я, например, думаю, что поскольку это вице-премьер-министр является высокопоставленным должностным лицом, то на период агитации, конечно же, вот там настаивать на то, что он опровержение, это все равно, что опять тиражировать эти всякие эти. Я предлагаю все-таки обратиться к нему, рекомендовать ему лично, персонально воздержаться от оценок деятельности или программ, как в свое время, вот в прошлом созыве мы обращались к Кулматову, он тоже там оценку, правда, программе давал предвыборной, но здесь я предлагаю, чтобы он, вот Джума Кадыров, воздержался от дачи оценок кого-либо из кандидатов. Я не имею в виду сейчас конкретно данного кандидата, потому что мало ли какие могут быть заседания Совбеза, там могут самые разные вопросы рассматриваться, и это может касаться как одного кандидата, так и другого, третьего и четвертого. Поэтому я думаю, что он сейчас у нас руководитель республиканского штаба, тем более. Поэтому я думаю, что было бы правильно, чтобы мы обратились к нему лично с рекомендацией воздержаться от дачи оценки. Вопрос председателю. Все обвиняют Джума Кадырова, что он ведет агитацию против кандидата на должность президента Бабанова, силу побить Узбекистана. Почему наша рабочая группа не в курсе дела? Если про агитацию. По агитацию. Он так и пишет сейчас. А вообще-то письмо поступило 16.09. Сроки.
Повторите вопрос, я не поняла, что. Я вопрос повторяю. Вот Джума Кадыров ведет агитацию против кандидата на должность президента Кыргызской Республики. Сверху будет сбрать. Нет, это почему наша рабочая группа это не курсы дела вообще? Не знаем, значит, это не поступило нам. Джоп, без гадючка не джоп было вообще. А письмо Шептур, он алты, не алтого, он джеты. Почему у нас напрямую агитация делают? Здесь просто идет нарушение избирательных прав. Здесь, да, здесь речь не идет об агитации. Нет, он же обвиняет Джума Кадырова, ведет агитацию. Здесь, здесь... Нет, хорошо. Здесь он обвиняет в нарушении избирательных прав. Мен сунушым да, бұл жерде бірінші сұрағыда өтіп кеттір мынандай да. Бұл жерде тұр отыр емес, бұл жерде азыр жұмысшы топтың шешімін шығып тұр. Мен алға қошылбайым. Азыр бул бирлеп жумуш топту. Техник ачык болгон. Бирлеп жумуш топту биздики. Жок, жумуш топту деп атам, башка экөөн деген жокмун. Мен булдары эжен сөзүн улап кетердим да бул жердечи. Өзүңүздөр билесиздер, өкмөт булардын иштегени газеле болду. Ушул өкмөт келгенде бул жерде ушул администрациясыз колдонулбайт. Таза шайлоо болот. Мен ошо гарант болом деп Сапар Жумагылдырыч Исаков өзү ошол жерде жогорукен сөзүн өргөндө да мен ойлойт элем, биз сунушубузду четко эле сунуш беришибиз керек. Ушу штабты, республиканын штабты премьер-министр өзү эле башкарат окшойт да. Бирөөсү тигидей болду, болбосо моундай жалп ишип атат. Ошону сунуш борбордук шайлоо комиссиясынын сунушун берсек, ошол жерде эки вице премьериңиз да болбой атат. Аларды биз защита этип берип чарчадык. Сиз өзүңүз эле башкарыңыз. Жогорку кеңештин астында сөздү сиз өзүңүз бердиңиз эле дегенде бул жакшы болот да. Мен ошондой сунушумду эле айтып коеюн дедим бул жерде. Рахмат. Рахмат. Жумушчу топ. Есть у вас пояснение? Нет. Бул пресс-конференцияда айтылган сөз экен, бирок ал жерде бирөөнү күнөөлөп жаткан жери жок, агитация кылган жери жок. Бир гана нерсени айткан экен, ушу жанагы таза таза шаар, безопасный город, коопсуз шаар дегендей гана ошол жерде айткан экен. Баштады эле, битпей калды. Бирок андан кийин дагы канча премьер алмашты, алар да жасаган жок деп ачык эле айтып атпайбы ал жерде? Бул жерде бир бирөөнүн абройуна доо келтирейин дегенде жок экен. Турдакович, бизге суроо. Өмүрбек Токтогулович кандидат президентке? Кандидат. Жума Кадыров вице-премьер-министр. Туура. Мына мыйзамда бирөөдүн такталбаган маалыматтар менен абройуна, ар намысына кандидатка шек келтирген туурабы, туура эмеспи? Бул такталбаган маалыматты берип, такталбаган маалыматты берип айтат го бул жерде жазылып турбай. Мына окуп берейин ошону эми. Мына сизге окуп берейин азыр 24 кеже. Окуп берсеңиз назар өлтүрдүңүз. Азыр окуп берем сизге. Бул ал жерде көрсөтмөк жана. Чтобы было понятнее. А какой фи нужно учёт? 24 кеже. У Өмүрбека Бабанов, когда был премьер-министр, был всевозможность реализовать проект безопасный город. Он его инициировал, но не закончил дейт. Бизде доказательство. Ал баштаганыны, бүтпөгөнүнө. Бул жерде биз айтып, мен ошол үчүн айтып атам да, Алмаз Турдакович. Мен ошол үчүн айтып атам да, Сапар Исаковго жүктөйлү республика штабты башкарып берсин. Назар Турдалевич, вот здесь не озвучено, я просто хочу сказать, что есть информация, которая требует ответа, которая имеет резонанс среди граждан. Если помните заявление кандидата, в ответ на которое было заявление вице-премьера, говорилось о многотысячных жертвах среди наших граждан в связи с тем, что правительство не реализует проект «Безопасный город». Поэтому я думаю, что информация имела резонанс, имела свой агитационный эффект. И здесь, наверное, правомерно было пояснить гражданам, действительно ли это причина многотысячных жертв среди граждан. Мне кажется, мы должны, просто мы, рабочая группа не озвучивает здесь вот эту подоплеку вопроса, но мы не должны этим пользоваться. Мы все стараемся корректно подавать информацию. Но использовать тоже призываю воздержаться от использования того, что рабочая группа ведет корректную подачу информации. Рабочая группа. Срок-то будет.
Атарбол Пековна, пожалуйста. Я не соглашусь с вами, потому что Гульнара Курушпековна очень правильно отметила, правительство вообще не вправе, ни правительство, ни другие какие-то органы исполнительной ветви власти не вправе вмешиваться в избирательный процесс. Они только должны оказывать содействие нам в организации выборов в тех стандартах и на тех принципах, которые заложены законодательством. Их личные мнения, они могут суждения, они могут в кругу друзей, в семье это говорить, пожалуйста. Но с высокой трибуны, используя обратно же средства государственного бюджета и вести очернение одного лишь кандидата, ну это некорректно, и давать оценку одному лишь кандидату. И я считаю, что кроме этого Центральная избирательная комиссия также должна воздержаться от всяких комментариев, оценок в отношении кандидатов, этически, неэтически и так далее, подоплека, не подоплека. Это все некорректно, потому что мы все-таки принимаем решения, которые влияют на то, каким образом идет избирательный процесс. Если вся страна кричит о применении административного ресурса, но Центральная избирательная комиссия каждый раз это вдруг не видит, то один вице-премьер-министр нарушил избирательное законодательство, потом начал говорить, что извините, я был в обеденное время и вообще кушал с людьми, хотя на самом деле не так это было. Да? Теперь второй вице-премьер-министр, сидя на своей государственной должности, осуществляя государственные функции, занимается также очернением или дачей своих оценок, негативных оценок одному из кандидатов, но, на мой взгляд, некорректно. Пусть сюда, на самом деле, мы всегда говорим, давайте, если вот им прям хочется рассказать о кандидатах и вмешаться в избирательный процесс, пусть про всех 12 кандидатах и скажут свое мнение. А так вот по одному, каждый раз одного. Обвинять тогда поэтому... в том, что в агитации идет за одного кандидата. Можно, пожалуйста, Бахтияр Сабиржанович. Договорю, Нурджан Хромбековна, пожалуйста, не перебивайте. Уже несколько раз говорила. Нурджан Хромбековна, вы свои суждения делитесь, когда хотите, микрофон включайте, когда хотите. Вы перестаньте уже, пожалуйста, вот это неэтичное поведение свое. Можно договорить? Поэтому я считаю, что абсолютно некорректно со стороны правительства вести наших граждан, используя общественный канал, используя трибуну государственную, вести такую незаконную агитацию или дачу оценок своих суждений субъективных в отношении одного кандидата. Бахтияр Сабиржанович. Спасибо. Я полагаю так, когда задает журналист вопрос о безопасном городе, я не могу ему отвечать анекдотом про Сарочку. Я должен про безопасный город дать свои комментарии. Ну, как государственный чиновник. Здесь ничего обвинительного нету, никакого уничижительного тоже нету. Да, в его бытность это была инициирована, но не доведена и не реализована. В чем тут подвох, в чем тут унижение, достоинство? Что? Здесь даже нету комментария, потому что как это происходило, за что это происходило. Мы это обсуждали, когда мы разговаривали с журналистом вечерки.